краеведение, традиционный подход и новые практики. Под таким названием в детской библиотеке нашего города прошел зональный мастер-класс для библиотекарей 9 муниципальных районов республики. Заведующая научно-методическим отделом Республиканской детской библиотеки Евгения Щемилова отметила, что Чистополь славится не только своей богатой историей. Здесь находится также одна из самых лучших и старейших библиотек Республики Татарстан. Это и определило выбор места проведения зонального мастер-класса. Краеведение – это знать, изучать свой край. И вот все знают очень хорошо Болгары, Свияжск, и все туда с родителями ездят. Да? И вот очень мы не случайно привезли сюда, в Чистополь, потому что Чистополь тоже славится своими историческими памятниками, своим прошлым. Все знают и Джукитау, ваше городище, да, и ваш знаменитый архитектурный памятник, и у вас 120 писателей здесь в годы войны были, и свои вас какие писатели. Писатели знаменитые. И вот вы, чистопольцы, очень любите и чтите свой город, и библиотекарь делает все, чтобы и изучать историю, и доводить это до молодого поколения. Зональный мастер-класс нацелен в первую очередь на обмен опытом сотрудников библиотек республики. Организаторы уверены, что каждый из них в этот день сможет подчеркнуть что-то новое для своей работы. За последние годы накоплен положительный опыт организации краеведческой деятельности библиотек. Наши библиотеки ведут их исследовательскую деятельность, организуют встречи со старожилами, организуют краеведческие уголки, мини-музеи, устраивают праздники деревень, веселые посиделки. И все это делает поистине культурным центром, неравнодушным к жизни и истории своей малой родины, нашу библиотеку. Главной же целью зонального мастер-класса, по словам Евгении Щемиловой, является научить библиотекарей составлять литературную карту. Сегодня, в век современных технологий, становится все сложнее привлекать новых читателей, тем более в краеведческую литературу. И литературная карта призвана помочь библиотекарям в этом направлении. Это новый опыт использования современных информационных технологий в библиотечной практике, популяризация литературной жизни республики во всех ее аспектах. Литературная карта позволит ввести всех желающих в литературное пространство не только города, но и района, и даже республики. Наш Чистополь, он действительно интересен тем, что в годы Великой Отечественной войны для нас, библиотекарей, проживало большое количество писателей. И мы, вот к своему стыду, как я, как главный библиотекарь, сегодня говорю о том, что еще прошло уже более 70 лет со дня приезда писателей в Чистополь, но вот история того периода еще до сих пор не изучена. Поэтому тот огромный пласт, который перед нами лежит, изучение вот их творчества и продвижение на наше информационное поле, зависит, конечно, от нас, чистопольцев.